Растительное масло никто не видел. Спасателя первого класса. Наши судьи еще раз напомнят, награждаются благодарностью Кенина Александра Александровича, спасателя первого класса. Благодарностью и ценными подарками наша судейская коллегия. Ну что ж, еще раз ваши аплодисменты нашей судейской бригаде. Спасибо, Валентин Николаевич. Но мы продолжаем церемонию награждения и за участие в соревнованиях. Награждается кубком, грамотами, медалями и ценными подарками команда специализированной пожарно-спасательной части имени Александра Петровича Кудряшова, Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу. Но награждение... Так, ну что ж, мы ждем специализированную пожарно-спасательную часть для награждения под, конечно, бурные аплодисменты всех, кто находится здесь, рядом с нами. Вот так вот, тоже ценные подарки и кубок за участие, а также грамоты, дипломы. Да, аплодисменты, конечно, специализированной пожарной части. Фотография на память. Ну что ж, спасибо, Валентин Николаевич. А мне бы хотелось пригласить Олега Владимировича и дальше продолжить церемонию награждения.
Итак, за участие в соревнованиях награждается кубком, амотами, медалями и ценными подарками команда поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга! Просим участников и представителей пройти для церемонии награждения. Фотография, конечно же, на памяти, ну и ваши аплодисменты. Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга! Так, сейчас пройдет фотография. И хотелось бы еще вот вернуться к судейской коллеге еще разочек и пригласить Плюхина Максима Александровича, да, за ценным подарком и грамоты. Упустили маленько этот момент, но в краю строя стоял, как говорится, случайно пропустили, не заметили. Так, ну а мы продолжаем. За участие в соревнованиях награждается кубком, грамотами, медалями и ценными подарками команда пожарно-спасательного центра города Москвы. Ну, Санкт-Петербург, давайте еще раз поддержим все-таки Москву нашим теплым питерским приветствием. Потому что когда-нибудь и наша команда будет участвовать в Москве, и мы будем надеяться, что москвичи отнесутся к нам с большим уважением. Ну и, конечно, команде вручаются кубки, грамоты и дали. Фотография на память и, конечно, еще разочек бурные аплодисменты. Спасибо, Олег Владимирович. Так, ну а также за участие в соревнованиях награждаются самые юные наши участники. Кубком, грамотами, медалями, ценными подарками награждается команда пожарно-спасательного колледжа Санкт-Петербургского центра подготовки спасателей. Ну и награждение проводит начальник главного управления пожарной охраны МЧС России генеральный желан внутренней службы Нелюбов Валентин Николаевич. Ребята, это юные участники, давайте бурными аплодисментами ребят поддержим. В этот раз слегка, может быть, что-то где-то чуть-чуть не получилось, но они набираются столько опыта, и я думаю, что в последующих соревнованиях покажут самые, что ни на есть, высокие результаты. Фотография на память. Ну и, конечно же, ваши аплодисменты.
И, конечно же, дурные аплодисменты. Приглашается команда главного управления России по Ростовской области. Подпомни, конечно же, предупреждение.
я и говорю, это что? Нет, ракетная установка никуда упадет, да? Ну, не такой же сидит, ты взрослый человек. С тобой надо разбираться, я говорю, иначе я психолога пойду.
Thank you.
Возможно, даже лучше, чем... Ну да.